Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, и смотрите, у нас ежедневные награды, так же как и за Сёгуна, и за самураев. Естественно, ребят, получаем и то, и то. Замечательно, бежим сразу в магазин. И давайте посмотрим, что у нас тут по колодам. Так, я смотрю, у нас паукус выпадает. Замечательно, он-то мне как раз и не нужен на самом деле. Так, забираем здесь реворд. Поднимите уровень персонажа и сразитесь в 10 и в 3 боях. Давайте мы, наверное, с вами пройдем серию испытаний. Сегодня, ребят, я хочу пройти все еженедельные вот эти вот испытания, которые у нас есть. А их 2 штуки у нас. Поэтому будем... Так, подожди, не понял. Какой сброс? Не надо мне никакого сброса. Давай начнем уж проходить в самом деле-то. Поехали. Так, отличное место, да, все это хорошо. И на автобой, ребята, мы это ставим дело. Пускай они тут сами разбираются. Думаю, ничего. Ты хорош уже. Прибежал самый последний. Так, бросаем. Замечательно. Так, Маузер, успокойся, а. Минус. Так, теперь футовцы. Пробили, замечательно. Последняя волна у нас, вторая идет. Бибоп, Рокстеди. Все дела. Пиу. Слушай, а может быть, дай-ка я сам, ребят, попробую сейчас вот этого вот накумарить с легонцушки. Не пробил, к сожалению. Так, секунду, давай мы сделаем так, провокацию, да, с вами. Пускай они лучше бьют Рафаэля, а он будет им люлей раздавать бесплатных. Смотри-ка, ничего не получается у нас пока. Все, Рокстеди упал, и мы, наверное... Нет, мы не будем с вами тратить вертушку, она нам пригодится в дальнейших прохождениях. А здесь мы с вами просто вот так вот разберемся с этими салажатами, да? Так, ну что, Рафик, давай, звездани его хорошенько. И добьем? Нет, не добили, не получилось у нас, к сожалению. Все, ну что, ребята, сейчас забираем с вами реворд и, соответственно, отправляемся дальше. Ну давай, давай, давай. Пропускаем это, само собой. Угу. Так, забираем. И реворд, ребята, за задание. 35 сюрикенов. Смотрим. Выполнить. Подожди-ка, а у нас поднять уровень персонажа. Сколько у нас с вами мутагена, интересно мне знать, а? 326, да это же вообще ничтожно мало, ребят. Опачки, пицца, кстати, разыгрывается. Давайте мы с вами быстренько пробежимся, пожалуй, по пицце. Слушайте, я думаю, что сегодня серия у нас будет долго. Если я собираюсь пройти все испытания сегодня, может быть, не стоит так было горячиться, а, ребят? У нас же еще лига, и стопудово меня сбросили с Сёгунов. Как пить дать, вот чувствует мое сердце, что сбросили нас. Ладно, мы это все с вами посмотрим чуть-чуть попозже. Ну, а пока, естественно, будем зарабатывать халявную пиццу. Давай, автобой, естественно. Так, это у нас второй. Еще 3 впереди. Ну, все, я понял. На 3 звезды мы проходим. Давай. По-быренькому следующий, как говорится, бой. На. 20 пицца. Кстати, пицца нам пригодится. Пооткрываем сегодня, может быть, кого-нибудь. Кстати, у нас еще немножко, и кто-то откроется, я уже не помню. Но не Эйприл, это точно. Но кто-то приближенный. Замечательно. Двигаемся дальше. Это был у нас третий, да, бой? Ух, еще 2 боя. Елки-палки, что-то мне так хочется, ребята, чтобы это все быстро все это двигалось. Не абы как, еле-еле. Так, ну что же. Пиццелицы у нас здесь 40 уровня. Естественно, мы его также быстренько сейчас разберем. Но свои кожурки свои бросает мне, а? Получил. И добивочный, да? Надеюсь. Да, Рафаэль ушатал этого пиццелицу. И мы с вами продвигаемся дальше, ребята. Сейчас мы быстренько заберем. Слушайте, а потом надо будет нам искать ДНК. Вот. На кого? Короче, ребят, последний бой. Сейчас мы также быстро на автобой его пройдем и пойдем уже искать ДНК. Спокойся, пиццелицей. Оу, Лео вертушку решил сделать. Посмотри, ребят, да? Сколько у него отняло от вертушки? Практически ничего. Он 50 уровня. Жесть какая-то. Так. Ну, последний удар кто сделает? Ага, Рафаэль. Ну все, ребят, мы с вами забрали всю пиццу, которую только могли здесь получить.
И, соответственно, мы с вами продвигаемся далее. Сейчас реворд еще должны будем забрать. Какой реворд? Здесь никаких ревордов у нас нет, ребят. Реворды у нас будут вот здесь. Так, смотрим список и ищем. Ага, ага, змейка Вьюн. Ребят, нам сколько не хватает? 5, да? Слушай, я сомневаюсь, конечно, что удача нам тут улыбнется и нам выпадет 3 змейка Вьюна и еще 2 со второго. Хотя, кто его знает. Ребят, пока все идет четко. Пока идет все хорошо. Да ладно, ребята, 3 из 3. Это офигеть. Ну, надеюсь, вот здесь мы с вами еще 2 змейковьюнов найдем. Так, 1 нашли. Давай, ну, пожалуйста, игра, ну, улыбнись, улыбнись. Есть. Ребята, мы с вами сейчас... По-моему, мутагена у нас не хватит. Сейчас посмотрим. Сейчас мы с вами посмотрим это дело. 10 000. Да, но учтите, он готов прапаться. Хорошо, давайте искать следующего. Это у нас будет кто? Хм. Во-первых, нам нужно Эйприл найти. 3 ДНК на нее. Какие там 3, дай боже. 2 дадут и скажут: хорош, успокойся, тебе этого достаточно. Ну вот, видите, ребят, о чем я вам и говорил. 1000 мутагена мы уже накопили с вами. И 2 ДНК Эйприл нам досталось. Мы сразу же двигаемся к следующему. И это, кстати, ребят, погодите секунду. Во! Вот-вот-вот-вот, мутагеноида. Конечно же, будем с вами тоже искать. Он нам нужен, он нам пригодится. Так, 1 ДНК мы уже нашли. Думаю, 2 нам тоже дадут. А вот с 3 будет, наверное, проблематично. Посмотрим. Ну, как всегда, ребят. И давайте еще здесь 3 попыточки с вами используем. Так, дают. А здесь тоже дали. Ну и последний. Кисло. Ну что, ребят, забираем реварды. Так, а, нам же еще нужно поднять уровень персонажу. Ну, давайте определимся. Я думаю, что это у нас будет... Давайте вот, наверное, Микеланджело Космос поднимем 1 левел. Подожди, мне надо поднять левел, елки-палки, а не искать его. Ну, где ты? Майки, елки-палки, куда ты опять делся-то? Блин, да что за... Что за дела? Где-то здесь же был, я помню. Твою дивизию я потерял. Здесь нету. Здесь тоже, вот он. Вот он, ребята. Навыки. Поднимаем левел. Замечательно, все, забираем последние реварды. Ух, и давай посмотрим, что у нас на турнире происходит. А на турнире у нас, ребята, Лига Самураев 3 звезды плюс... Какая позиция-то, я не вижу. Черт, сбросили меня все-таки, ребята. А, 52-й ранг, елки-палки. Слушайте, мне будет проблематично, наверное, сейчас выбраться наверх. Возьму Леонардо, короче, да? И вот так, наверное, сделаем. Ой, Леонардо один-то потянет, вряд ли. Ну, посмотрим, короче, как пойдет. Да, здорово меня сбросили. Это я вчера, ребята, с утра поиграл, да? И вот сегодня 4 часа дня. Да, лихо меня, конечно, опрокинули. Всего-то ничего времени прошло, а уже все. Будьте готовы, ребята. Опуститься ниже плинтуса, елки-палки. Ну что ж, надо нам также быстренько-быстренько наверстывать вот это вот все. И все у нас обязательно нужно быть. И желательно бы, чтобы к концу недели, ребята, у нас было 2 звезды. Это минимум, это, знаете, как наше все. Если мы будем с вами получать, ну там, самураев или сёгуна 1 звезду, мы с вами замучимся прапывать наших ребят до платиновых. Вот серьезно вам говорю. Поэтому давайте приложим все усилия. Так, 44-й, да, здесь уровень. Ну, я думаю, что здесь вот тигр зайдет, наверное, хорошо. Нам всего лишь надо будет им добить. Ну что, хламоны готовы? Я готов. Так, будем атаковать вот Микеланджело. Угу, и добиваем Донателло. Есть, отлично.
Ну что, еще есть, ребят, попытки, еще есть возможность нам выбиться. Поехали. Так, я думаю, еще где-то боя 2. О, 12-я позиция, ребят, отлично. Так, тогда приступим в бой. Выберем мы с вами вот этого, наверное, да? Давай-ка Леонардо опять вернем. И также вернем вот этих вот ребятулек. Слушайте, ну мы должны с вами вот сейчас вот в сёгуны забраться. Точнее, ну да, в сёгуны. Все правильно. Давай-ка свертухана. Блин, вот так вот знать бы, да, наперед, что он просто с одной вертушки всех положит. Я бы взял бы лучше бы, ребят, тех маленьких героев, которые у меня не прокачанные. Но, да, вот он, сёгун. 94-я позиция. Ладно, хорошо. Еще есть у нас, ребята, откаты, еще есть время. Поэтому давай-ка мы, наверное, будем разбирать вот этих архаровцев. Так, Лео, будь готов. И вот этих вот мы с вами забираем. Да. Кстати, неплохая комбинация, знаете, какая? Вот если мы берем Леонардо и Зека. Ну, вы, наверное, заметили, да, когда я делаю. Первым ходит Зек, потом Леонардо. Они просто разбирают любую пачку в данный момент. Блин, ну откуда я мог знать, что Леонардо здесь всех положит? Как-то странно. В те разы, ребята, у нас ничего подобного не получалось. Мы с вами отгребали. Сейчас все идет великолепно. Так, 76-я позиция, хорошо. Поехали далее. И выбираем мы с вами 54-й уровень, жесть какая-то. Слушайте, вот здесь, наверное, уже точно Леонардо один не справится. Поэтому в помощь я возьму ему Зека. Так, хорошо. И для этого еще мне нужно будет, ребята, взять вот этих, наверное, малышей. Я думаю, этого будет достаточно. Главное, чтобы инициативу, ребят, не перебили, чтобы они не стали ходить первыми. И все тогда у нас будет хорошо. Так, Леонардо. Подожди, Зек вообще-то ходит первым? Ага. И Леонардо у нас идет на добивку. Должен добить, по идее, всех. Да, отлично. Ну и теперь остается только использовать всех своих остальных героев, которые у меня там ближе к 70 уровню. Так, замечательно. Какая там позиция у нас? 59-я. Угу. Выбираем, значит, с вами. Черт, такой выбор. Ну давай вот это вот. Поехали, короче, берем Рафаэля. Упс. Ёлки-палки, ребята, я только... Погоди-ка. У меня одна карточка отката, нифига не получится. Тогда вот так вот мы с вами сделаем. Все, и опять у меня нейтрализатор не в удел. Блин, как эта фигня получается. Ладно, я думаю, здесь разберем мы их. Никуда они от нас не денутся, эти гаврики. Так, давай возьмем, наверное, провокацию. Замечательно. Так, Микеланджело тут выделывается. Ага, ускоряет атаку. Ну, а мы с вами, наверное, вот так вот сделаем. Контр. Ух, сейчас будет класс. Смотрите, Рокзар будет отвечать. Отлично, давай теперь крик. Ага. Так, давай Звезданиева. Упс, минус. Так, и, наверное, нам нужно убрать. Давай Донателло уберем. Вот так вот. Теперь пытаемся с вами вот этих ребят разобрать. Опачки, Рафаэль упал. И, да, Рокстеди тоже упал. Отлично, идем. Ну что же, мы с вами с Лигой завершили, грубо говоря, потому что у нас больше нет карточек. И какая позиция у нас? 40-я, да? 44-я, ну уже хорошо. И пойдемте-ка мы уже с вами на испытание. Ух, борцы с преступностью. Вот так вот начинается у нас первое испытание. И давайте посмотрим, каких мне тут дадут персонажей. Очень мне интересно глянуть. Так, Зек, Крис, Рокзар, значит, Змея Карай. Слушай, а кого лучше взять? Нейтрализатора или Тигра? Как вы думаете, а? Ладно, ставим так. У нейтрализатора чем хорошо у него, ребята, это с гранатомета он когда бомбит. Ну, массовая атака, вы сами понимаете, короче. Так что будем разруливать именно такой пачкой. Так, я поставлю на автобой, что мы тут с вами будем рассусоливать. Тут и так все ясно, что победа будет за нами. Ну. Так, Гекко упал. Мутагеноид, ну, короче, этих мы разобрали.
последняя, третья волна у нас. И здесь у нас Слэш и Роквелл. Вы мне, ребят, писали в комментариях: прокачай, говорит, Слэша, там осталось 12 ДНК. Ребят, я бы с удовольствием, но где мне взять ДНК? Они же не выпадают просто так. А так, естественно, если он будет когда-то разыгрываться у нас за турниры, естественно, мы выиграем с вами эти ДНК, и тогда сможем пропать. А сейчас бесполезно, ребят. Ну что, давай этого, как его звать-то? Пульверизатор, по-моему, так. Могу ошибаться, ребят, так что не обессудьте, опять же мы с вами делаем здесь автобой. Бронированные таракашки. Опа-на. Кто-то говорил, что бронированные тараканы — это ребята из сна Донателло, по-моему. Если я правильно понял. А может быть, я неправильно понял. Мне кажется, это связано что-то с космосом. Вот когда вот Донателло, Рафаэль, они же где-то в космосе якобы были, да? И вот эти вот бронированные тараканы, мне кажется, что они вот из ряда космической какой-то херни. Типа какие-нибудь, может, захватчики. Так, ладушки, мы продвигаемся с вами дальше. И здесь у нас Макмен. Слушайте, ну мы пока с вами довольно хорошо идем, да? ДНК зарабатываем. Макмена, кстати, нам тоже надо будет скоро открывать. Поэтому, как говорится, бои делаются у нас тут не зря. Гриб, успокойся. 30 уровня, так что сосунок он. Вау, такие стоят крутыши. Ждут, когда я им наваляю. Сейчас наваляю, не волнуйтесь. Одному уже наваляли. Так, и Макмен тоже падает. Третья волна. Так, у нас мутагеноид, Роквелл и Пит, голубь. Блин, Карека, а почему ты не сделала массовый крик? Почему ты на плевком решила, а? Странно, конечно. Ну, ребят, результат налицо, мы с вами выиграли. И двигаемся дальше. Заберем ДНК на Макмена. Так. И кто у нас там следующий? Ага, Гекка, потом Пит. Гекка, Пит. Угу. В принципе, ребята, на них нам тоже ДНК нужно. У нас нету. Особенно, знаете, на кого нужно? На Гекка, потому что скоро мы его будем прокачивать. Пита там, знаете, долго, у него, по-моему, две бронзовые звезды. А вот у Гекка-то как раз все хорошо. Поэтому мне желательно бы его первым пропать. Так, отлично. Пробили. Тут у нас какой же? 45 уровень, ребят, кстати. 45-й. Мы уже практически на пределе. Ага. Упал. Ну давай докромсаем его. Есть. Третья волна. Тут у нас кожеголовый, Слэш. Так, разбомбили. Ну и Кирби, соответственно. Так, погоди-ка, погоди-ка, что вы делаете, а? Сейчас будем колбасить. Дайте-ка я... Блин, он провокацию берет, ребят. Кожеголову берет провокацию. Да я сам тут разрулю. Значит, он взял провокацию. Мы его будем нахлобучивать. Кожеголового, я имею в виду, пробивной. Отлично. Так, и сделаем, наверное, бомбочку. Все, остался Слэш, который упал. А, тут еще четвертая волна, ё-моё. Ну что же, я так понимаю, это у нас робот-помойщик. Я его так назвал, блин. Ну потому что он там где-то в коробках каких-то ныкался. Действительно, как бомжара. Ну-ка давай попробуем. Ага. Так, удар хвостом. Черт, не добили, а вот так. Минус. Делов-то, ребят, на копейку, елки-палки. Ладно, но это только начало, вы прекрасно это понимаете. Не знаю, следующую волну мы сможем с вами вообще одолеть или же нет. Тут уже были 45 уровни, так? Угу. ДНК на Гекка мы с вами получили. И Пит. Давай посмотрим, сколько. Ребят, 55 уровень. Боюсь, после вот этой вот драки у нас не все выживут. Не все. Я вот, например... Нейтрализатор стопудово погибнет. Змея Кара еще, может быть, кстати, проживет. Ну, опять же, не факт. Ну, зачем вот ты сейчас сделал вот взрыв ракетницей на одного вот врага? Я всегда этого не понимал, ребят. Угу, минусуем. Так, давай этого добьем, сосунка. Давай, давай, давай. Да что ты там, лечит? Нет, не лечит, ребят.
Отлично, добили и этого добиваем. Ух, что-то я подустал, елки-палки. Баньки ходца. Ага, грибочка нету. Блин, я не понимаю, вот Карай, почему ты не можешь сделать именно массовый крик? Куда вы солите-то эти... Опа, ребята, вот здесь вот плохо, кстати. Дай-ка я быстренько сам возьму инициативу в свои руки. У них, смотрите, что. Да елки ты палки. Дай сам схожу. У кого-то должна быть контр. Ага, вон у этого киборга. Ну-ка, пробьем. Нет, не пробили маленько. Ну, а сейчас? Оу. Хорошо, давай. Так, теперь вот этого пробивным. Минус. Так, Донни, что? Делает дополнительную защиту. Зачем? Зачем ты делаешь себе эту защиту? Она тебе все равно, ребят, не поможет, да ведь? Так, и добивочный. Все. Так, четвертая волна. И тут у нас, ё-моё, кожеголовый, слэш, Пит. Все дела, короче. Надо убирать Пита здесь в первую очередь, потому что он будет хилять. Угу. Если успеет, конечно. А я думаю, что он не успеет. Все. Так, теперь, наверное, добьем слэша. Ну, а теперь, наверное, будем... Блин, надо было удар хвостом делать. Ну-ка, если так сделаем. А вот так. Да ладно, ты хорош. Добили. Ну и все, остается Рафаэль. Опс. Контратака у него. Упал. Отлично. Ну вот следующий бой, ребят, наверное, будет точно у нас заключительный. Я имею в виду вот в этом испытании. Сейчас посмотрим. Две дынка мы получили на Пита. Ага, Роквелл. 65 уровень. Ладно, ребят, была не была, я попробую. 65 уровень, это уже на пределе. Я бы даже сказал, выше нашего предела. Буду сам играть здесь. А вот что-нибудь у нас и получится. Так. Давай вот этого почти пробили, ребят. Минус. И остался один стрелозад, ё-моё. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Как ты ложовенько-то его ударил. Вот, отлично. Опять же тут 4 волны. Так, у нас эти роботы, да? Дроны. Я, наверное, не буду, ребят, тратить здесь еще пока массовые удары, потому что они нам пригодятся на последней волне. Так, хорошо. Каждый делает по выстрелу, да? Нет? Ага, нам повезло. Так, этого добили. Постепенный урон повесили. Он, по идее, должен отдуплиться. Давай он того добивать. Ну и последний удар. Есть. Третья волна. Кто у нас тут? У нас Макман и Микеланджело. И стрелозад. Три штуки. Давай начнем с Макмана, пожалуй, да? Ой, как мало мы у него отнимаем здоровье. Давай вот так вот. Черт. А если вот так вот? Все, ребята, суперудар практически потратил. Представляешь? Так, давай когти запустим. Угу. Ну что же, Макмана мы подбили. Теперь остался лишь только Микеланджело. Вот. Ну и заключительная волна. Кто у нас тут? Роквелл, слэш, кожеголов. Ага, еще и Леонардо. Ладно. Берем провокацию, ребят. Плюс защиту дополнительную. Все, и поехали. Начнем с Лео. Слабо очень ударили. А если так? О, хорошо, зэк. Блин, я гриб-то этот и не увидел, ребята. Ё-моё. Куда ты взялся, грибок, а? Чёрт. Ну, пробейте вы. О, отлично. Так, давай-ка вот этот грибок мы с вами уберем отсюда, потому что он мне не нравится. Опа, оп, нифига. Я же забыл, ребята. У нас же у Рокзара всего лишь на один... Ход этот, как его... Провокация-то, ё-моё. Да, вот так вот. Ну-ка, пробьем, интересно. Нет, чуть-чуть не хватило. Что он делает? Он атакует. Блин, ребята, я чувствую, мы с вами потеряем здесь змею-карай. Уже потеряли.
И Слэш начинает психовать. Постепенно урон повесили. Зэ... Блин, Зэк упал. Ну, блин, да что ты мажешь-то? Ну, а ты... Есть, хотя бы так. Слушай, не знаю, пройдем ли мы. Грипни этот раз... Слэш опять начинает чудить. Он так и хочет Рокзара, ребята, уничтожить меня, а? Да что вы делаете-то постоянно? Сколько вы можете ходить-то, ё-моё? Пипец. О-оу. Ну, давай я попробую. Бред, бред, ребята. Так, мне бы пробить Слэш. О, что это такое? Фига он тут супер... Блин, Роквелл, ты достал. Ты меня просто уже достал в корень, если честно. Они меня пробьют. Вдвоем ходят практически. Ёпрсте, по-моему, добьют сейчас. Постепенный урон, да. Слушайте, ну я старался, я пытался. Но, как видите, меня разобрали здесь. Даже не поморщились. Черт, вот так вот. Роквелл не захотел отдавать свое ДНК мне. Поэтому, ребята, перебираемся с вами на следующее испытание, которое называется «Ярость Рафа». Тут у нас будут разыгрываться одни Рафаэли. Ну, вы, наверное, и так знаете. Поэтому поехали. Да ладно, пипец. Посмотрите, ребята, кого мне дали. И скажите мне сами, далеко ли мы уйдем с такими героями, а? Смех на палке, йо. Самый сильный — это у меня 41 уровень. Ё-моё, и то это Рокстеди, который не прокачанный. Жесть какая-то. Ну ладно, сколько сможем, столько пройдем, ребят. А что делать? Ой-ой-ой, как же мне обидно, как же мне печально. Я думал, с вами хорошенько отожгем сегодня. Ага, отожгли. А так все время, ребят, вот я заметил, если где-то дают нам что-то хорошее, то обязательно в следующем испытании дают нам что-то плохое. Никогда не дадут и там хорошее, понимаете? И это немножко меня вот опечаливает. Ладно, забираем здесь ДНК. Ну, что ж делаешь? Ага, Рафаэль фильм. Так, ну вот этот вот Рафаэль, в принципе, его ДНК как бы нам и не нужно, если честно, потому что у нас и так его куча целая. Все равно мы это все с вами сплавляем на сюрикены. Ну-ка попробуем. Хопа! Вот так вот. Будем, ребят, с вами массовыми ударами бомбить, чтобы как можно быстрее проходить. Жик. Давай вот так сделаем. Капуэра. А если вот так вот? Да что ты, блин, они еще какие-то, ребят, ватные. Ну, подожгем всех. О, отлично. Носорог-то дает о себе знать. Так, ребят, третья волна. И тут у нас кто? Блин. Рафики все злые. От первобытного до космического, да? Ну-ка, а если мы вот так вот? Что делать-то будем? Ну-ка. Ага, минус. Мне вот нравится, как он покибает такой, как будто в невесомости. Так, секунду, ребята, мне нужно сделать что? Я не буду, ребят, делать провокацию. Я, наверное, вот так вот крик сделаю. А, это и есть провокация! Ой, не буду, говорю, провокацию делать. И сделал крик. Угу. Ладно, я надеюсь, не пробьют. Нет, пока не могут ничего не сделать нам плохого. Тля, тебе пора отдуплиться. Угу. Поехали. Скорость понижаем. А, и защиту еще даже, да? Хопа. Не тут-то было, сосунок. Сейчас мы тебя накажем. Остается у нас только вот этот вот. Ну-ка. И добивочный, надеюсь, да. Хорошо. Мы с вами... Ну вот согласитесь, было очень тяжело уже. Даже вот видно было, как мы с вами били. Особенно с облизупом. Как-то бьет очень хреновенько. Но тем не менее, мы с вами заработали ДНК на Рафаэля. Теперь давай видение. Попытаемся здесь что-то сделать. 35-й уже уровень. 35-й. Угу. Ну давай, с массовых, естественно. Опс. Ну вы поняли, да? Это вам, ребят, намек на то, что будет проблематично. Что ты? И все, смотри, на саблезубы, ребят, нападают. Абсолютно все. Так хотят его уничтожить мне. Ну правильно, он самый слабенький. Они знают, кого бомбить. Так, тут у нас еще и грибочки. Ну-ка поджарим. Ага. Грибок-то не упал. А вот так упал. Ну давай. Тэй, вообще у него урон, ребята, просто никакой. Опа, опа, что-то новенькое. В кого он там?
Ага, к северу. Добиваем тогда. Вот топотун, ты смотри, что сделал. Притопнул, ну а? Давай уничтожим. Да ё-моё. Да, эти персонажи не... Нет, у меня только прокачанные, наверное, здесь это Паукус. Остальные все, ребят, вообще ни о чем. Ни рыба, ни мясо. Ни два, ни полтора. Так, давай мы с вами, наверное, вот так сделаем. Ага, теперь крик. Скорость понизили, замечательно. Добивочный. Так, попробуем, наверное, валуном. Давай он того бронированного таракана. Прибьем сразу или нет? Ну, неплохо отняли здоровье, да? С одного камушка-то. А ну-ка добьешь? Добивалка, блин. Не выросла еще у него. Слушай, вы хорош, мне еще давайте крипа еще положите. Ну-ка. Так. Сейчас они уронят его, ребят. Мне не спасти его. Это я вам точно говорю. Не получится. Ну-ка, опс. О, подожди-ка, давай-ка вот так попробуем. Эть, и да. Добили мне все-таки крипа. Ребята, они разыграли сосунки, а. Ну тогда этот ответит у нас. И этот тоже. Все, ну а дальше, ребята, я думаю, что нет смысла идти. Потому что, ну, если уже тут у меня бойцы падают, то там уже будет какой, 45-й, наверное, уровень, да? Я, конечно, посмотрю сейчас, какой там уровень будет. Чисто для любопытства. 45-й. Нет, не-не-не-не, ребят. Ну, я не смогу ничего сделать там абсолютно. Таких вот дали мне персонажей. Будем, короче, ждать с вами черепашью бурю. Попробуем пройти. Может быть, у нас получится. Может быть, и нет. Кстати, у нас еще очень много пиццы, да, осталось. И очень много сыра. Кто нам нужен? Давайте подумаем. Кто же нам здесь нужен? В принципе, можно было бы поискать Гекка. Давай попробуем. У нас, кстати, очень мало порталов осталось. 83 штуки. Угу. Может быть, не стоит, конечно, так тратить все это дело, а? Макман выпал. Угу. Ладно, еще, ребята, 3 разика получится у нас призвать. 2 доллара. Да, это самое то, что нужно. А, все? А, 6 сыра, ребята, я смотрел сюда. Ну тогда, да, получается все. И поехали мы с вами поищем за пиццу. Кого бы нам поискать? Так, ну что? Давай Гекка попробуем, да, поискать? Потому что больше некого. И шиш нам ничего не дали. Здесь я сегодня, видимо, ребят, не смогу накопить 10 тысяч мутагена. Для того, чтобы прапать змей Ковьюна. Как-то, видите, все кисло идет. У меня всего лишь 8 тысяч на данный момент. А, где же еще? Кого бы еще поискать, а? Пиццелицей. Так, можно еще крысиного короля поискать маленько. Давай попробуем. Так, одна ДНК есть. Ну, я считаю, что крысиный король тоже как-то не особо. Я вот в пачках сколько смотрел, ребят, сколько мы с вами воевали, да, вот на арене, чтобы он где-то присутствовал. Практически нет его. Поэтому нужно сделать так, чтобы у кого-то он был. И это, наверное, буду я. Так, ну что, 80... А, здесь никак. Здесь никак. Да, ребята, у меня и пицца закончилась, поэтому... Поэтому... Будем ждать с вами, наверное, следующей серии и... И там уже... Ну, давай. Все. Так, оп, 87. Блин, ребят... Не хватает, я же Шреддера, да? Ищу на него и здесь тоже, к сожалению. Так что давайте будем закругляться и обязательно с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребят.